Так, здравствуйте. Смотрите, сразу скажу, работает он только от питания. Состояние у него очень хорошее. По поводу клавиатуры, вот. Сейчас при вас все покажу. Так, да, с клавиатурой тоже есть проблемка. Букву Q, то есть E не отображает. Так, в остальном. В остальном сейчас я фон еще нажму, кнопки понажимаю. Так, где у нас минус? Угу, все, в остальном, то есть у нас все работает. Полноценно у нас работает. Слева, право. Да, вот буква Q. В остальном то есть все хорошо. Состояние корпуса у него отличное. Работает от батарейки и вот дефект. Все. В остальном все исправно.